КФУ завершила свою работу конференция ТЭОР-2016. Именно здесь со способами и методами добычи трудноизвлекаемых углеводов поделился целый ряд зарубежных ученых. Изучив доклады коллег, участники мероприятия сошлись в едином мнении, что в ближайшем будущем Казанский федеральный университет ждет сложная, но ответственная задача, а именно укрепить за собой статус центра инноваций для нефтедобычи. Не оставили без внимания и целый ряд проектов, которые пока не имеют аналогов в мире. Безусловно, если их удастся реализовать, то это будет огромный прорыв мирового масштаба. Действительно, сейчас многие склоняются, что применение новых термических методов позволит нам снизить экологические проблемы с добычей нефти и позволит нам увеличить добычу трудноизвлекаемых запасов. Сейчас известно, что на ближайшие 20 лет еще нам хватит, так сказать, традиционной нефти, но через 20 лет уже эти запасы будут практически исчерпаны. И не только нам, России, а по всему миру стоит этот вопрос, как нам добывать ту нефть, которая нам даст не только энергию, но и материал, потому что большинство материалов производится из компонентов нефти, которые добываются.